крокодилы являются одними из опаснейших хищников нашей планеты. На Западе аллигатор символизирует разрушение, прожорливость, хитрость. А американские индейцы верили в то, что крокодил ежедневно глотает солнце. Значение татуировки «крокодил» и «аллигатор-татуировка» с изображением крокодила характеризует его хозяина как человека сильного и жестокого. Такая татуировка очень популярна среди спортсменов, а также в кругах людей, которые не в ладу с законом. Она предупреждает, что человек опасен, мстителен. У девушек и женщин такая татуировка символизирует энергичность, стремительность, материнскую защиту, творческие силы. Однако татуировки крокодила или аллигатора могут иметь различные значения. Так, для европейцев эти животные были легендой, при этом внушали чувство безотчетного ужаса. А вот Плутарх, древнегреческий философ, когда-то считал, что это животное является объектом культа в Европе из-за его умения бесшумно двигаться, а также все видеть с закрытыми глазами. А вот баснописцы в средние века говорили крокодилово слезы, имея в виду, что крокодил плачет, поедая свою жертву. Крокодил – властитель и в воде, и на земле. Нижняя челюсть у крокодила погружена в грязь, а верхняя возвышается над поверхностью. Это своеобразная аллегория моральной приподнятости над земной суетой. Татуировка крокодила может быть и необычной. К примеру, в Индии его изображали в виде рыбы с крокодильей головой. А египтяне зачастую изображали смерть в виде крокодила. А в Западной Африке в ритуале по обрезанию, когда остаются шрамы у юношей, считается, что это отметины от челюстей крокодила. Именно это животное проглатывает юношей, которые после этого становятся настоящими мужчинами. Что касается Востока, то там крокодил является большим морским чудовищем, которое олицетворяет зло. Во многих странах Азии он олицетворяет конфликт между водой и землей. В Китае аллигатора считают создателем пения и изобретателем барабана. Таким образом, татуировка, изображающая крокодила и аллигатора, может иметь различную символику. Но в любом случае она является устрашающей, ассоциируется со стремительностью, подвижностью, терпеливостью, мстительностью и умением быстро принимать решения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, напишите нам в комментариях, какие тату у вас уже есть или какие вы бы хотели наколоть.